Всем привет, с вами канал Стофити и компания. Я Саня. Продолжаем тестировать камеру Aikin Ultra HD 4K. В общем, ребят, камера очень-очень сильно мне не понравилась. Серьезно, потому что ужасно снимает. Начну по порядочку. Если вы внимательно присмотритесь, то в этом видео вы увидите. Именно все теневые места, они до того черные, потому что очень сильно увеличена контрастность. Хотя в этом видео я поставил экспозицию на 10, для того, чтобы хоть чуть-чуть увеличить света. В этом видео я не применял цветокоррекцию. Вот. Ну, там единственное, где-то побаловался и все. Выложил так, как оно есть. Вот. Поэтому вы можете увидеть, что очень сильно вытянуты цвета. Поэтому тоже исправить ничего невозможно. Ведь вы сами понимаете, как снимаешь изначально, какая запись, какое качество, такое будет у вас видео. Если, допустим, взять хорошее разрешение, которое снято на хорошую камеру, там, допустим, она снята Full HD или HD, или взять, допустим, телефонную запись, в которой там, допустим, 480 или 360. Так вот, из 480 или 360 вы не сделаете Full HD или HD, а вот из HD или Full HD сделать плохое качество, это можно. Вот, поэтому, ребят, я придерживаюсь этих правил. Может быть, вы скажете, ты сильно принципиален. Нет, ребят, я просто такой. И вот еще. Посмотрите на удочку, посмотрите на голову, и вы увидите, что удочка, допустим, неровная. Есть артефакты. Она как пила, понимаете? Вот. Если посмотреть на голову чего-нибудь, то вы увидите вокруг головы такой небольшой ореол. Эта камера, она поддерживает карту 32 гига всего лишь. Вот. А записывает в формате MOV. Если кто знает, этот формат очень сильно расширенный. Вот. Такой как AVI. Я вот, ну, для того, чтобы было понятно, то где-то примерно 3-4 часа записи, и у вас карта уже забита полностью. Сами вы понимаете, когда вы все это отсняли, всю эту рыбалку, все, что вы делали, все такое прочее, и вы потом начинаете монтировать, то из этих 3-4 часов у вас и выйдет от силы минут 10-15. Вот. А хочется же поснимать всю рыбалку. Этого невозможно сделать. То есть нужно обязательно приобретать еще одну карту, потом еще одну, для того, чтобы отснять это все полностью. Эта камера хороша лишь только тем, что она компактна, маленькая, удобная в транспортировке. На нее подходят все крепления от других видеокамер. В общем, все хорошо, за исключением только самой записи. Ну, не знаю, ребят, может быть, вы скажете: Саня, да ты там уже вообще зажрался. Но, ребят, серьезно, я работаю не только для Ютуба, а еще также хожу, снимаю в других местах для своей работы, где, допустим, у меня приходят заказы там отснимать то-то, то-то, потом из этого сделать какой-то там видеоролик, видеоряд или рекламу и так далее и тому подобное. Вот, то эта камера вообще мне не подходит. Даже вот присмотритесь на сам кадр. У нее рыбий глаз поставлен почему-то до краев. Не превышает за края, а до краев. И поэтому с краю, те, кто находится именно по краям слева и справа, они уменьшаются в ширине. То есть получается, как вы видите, нога тонкая, рука тонкая. Ну а если попадает все тело, то тело становится тоже вытянутое и тонкое. В общем, непонятно какое. В настройках ничего нет, невозможно ничего исправить. В общем, ребят, бардак. Я, как говорится, эту камеру не пожелаю и своему лучшему врагу. Поэтому я заказал другую камеру, Xiaomi Mi G. Она стоит подороже, чем эта. Это стоит 2600, а Xiaomi стоит 7600. Ну, конечно, со всеми прибамбасами. Она мне вышла
в 9600. Вот. Но по характеристике, по параметрам, которые я посмотрел в ней, она мне очень-очень понравилась. Конечно, не чита Sony S300 или Sony S3000, но все равно на первый момент это очень-очень будет для меня камера хорошая. Вот. Не знаю, я так думаю. В общем, когда придет, обязательно ее протестирую, и вы увидите уже записи с нее. Вот. А чтобы вам это видео, которое вы сейчас смотрите, оно не было скучным, вот я его немножечко вот так вот в After Effects поигрался над ним. Не знаю, будет оно вам интересное, неинтересное, смешное, не смешное. Но чтобы не показывать вам одно и то же, как мы приехали и сидим уже в палатке, ловим рыбу, потому что съемки почему-то у меня не получается сделать. Выезд, дорогу показать, где сидим, как сидим. Ну, в общем, ребят, извините. Но обещаю, что очень-очень буду стараться показать и дорогу, как мы сидим, даже как мы едим, что делаем, о чем болтаем. Потому что, смотрю, нашему зрителю неинтересно смотреть, что мы ловим, как мы ловим, потому что это везде одно и то же. Вот, а хочется именно посмотреть сам процесс всей, не только рыбалки, а всего похода вот в нашем регионе. Ну что ж, наловили мы вот столько рыбки. Надеюсь, видео вам понравилось. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, все равно ставьте лайки. До новых встреч! С вами был канал Стофити и компания. Я Саня.